Добрый вечер. И мы продолжаем наше приключение по Нью-Йорку. И на удивление, по Нью-Йорку светлому, яркому, красочному, что абсолютно не похоже на реальность. Окей. В прошлой серии мы пробрались по минному полю и наконец все-таки познакомились с нашей попутчицей. Кстати, где ты? Ага. Триптака. Сокращенно трип. Ну что ж, пойдем дальше. Мы все также приближаемся к нашему кораблю, с которого рухнули. В надежде, как я понимаю, забрать оттуда байк. Правда, тяжело сказать, в каком состоянии он будет после такого крушения. Но будем надеяться, что он хотя бы сможет передвигаться. Вот. Потом мы узнали немного историю жизни нашего героя Манки. Наших родителей убили еще, когда мы были детьми, и, как ни странно, убили их. Те, кто должны, как понимаю, были нас защищать, роботы, михи. Почему это произошло, думаю, узнаем несколько позже. Ух ты. Так, то есть нам нужно с помощью турели рвануть. Это огромный баг, да? Окей, как туда забраться? Зачем я это сделал? Так, по сути я могу сделать. Хорошо, но в этом случае, думаю, сейчас мы переберемся куда-то. Ладно, пойдем на угад. Давай. А мы бежим. Так, отлично. Давай здесь спрячемся. Кстати, какие машины странные. Так, видимо, я сильно ошибся со временем. Прошло довольно много. Хорошо. Так, куда мы можем отсюда добраться дальше? Теперь, типа, как к себе внимание. Мы немного осмотримся. Так, когда где-то с этой машины мы спрячемся. А дальше попытаемся потихоньку добраться к турели. Здесь мне нужно туда привести крип. Прикай. Бежим. Так, давайте пока спрячемся здесь. Она нас видит, нет? Тяжело сказать. На всякий случай используем вновь приманку. Поехали. Давай. Стараюсь. Я, по сути, уже на месте, как я понимаю. Сейчас последний раз используем приманку. Думаю, в этот раз мы доберемся уже до нее. Пики. Нужен. Это что ж такое? Да. Спрыгивай. Ай-я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 й. Ух. О, сейчас она разнесет ее. Понял. Постарайся отвлечь от меня. А, так, как мне перебраться-то? Не туда. Хорошо. Фух. Окей. Теперь ты подчиняешься мне. Так, не смогу как бомбы разнести эти? Ну. Так, ладно, видимо, только здесь могу стрелять. Ну, хорошо. Нет, странно. Ой-ой. Теперь реакция не началась. Вроде нет, но зато мы привлекли к себе излишнее внимание, я думаю. Ну, сейчас мы их встретим. Где они? Ага. Ребята, стоять.
Так, с этими разобрались. Где-то еще есть. С этой стороны никто не подходит. А вон бегут. Торопятся. Ну-ка, стоять. Куда ты собрался? Окей. Ну, вроде бы пока никого. Ага, вон. Я думаю, еще с той стороны где-то парочка, скорее всего, сейчас пойдет. А что же... Ага. Ребята, стоять. А какой ты шустрый, а? Так. Хорошо, теперь желательно тебя прикончить поскорее, как я понимаю. Стоять. Окей. Ну, давай. Ух. Так, как нам отсюда теперь как можно скорее выбраться? По той же трубе, наверное. Спустимся вниз и дальше догоним трип. Ой-ой-ой. Так, где она тут была? Это вот, по-моему, здесь мы карабкались. Нет, это, видимо, плохая мысль. Хорошо, возможно, здесь я могу спуститься. Давай, а не бойся ты. Ага, вот она. Отлично. Так, поскакали дальше. У нас крепкие руки. Тут мы спускаемся. У нас нет еще чуть-чуть. По крайней мере, преодолели минное поле. Надеюсь, это последнее. Hey, wait up. I've got an idea. Какая? I think I can upgrade your equipment. Ух ты. Так, это как раз у нас и есть, наверное, использование наших навыков. Давайте посмотрим, что у нас есть по бою. Ну да. Думаете, пока займемся чуть позже, ставим это надолго. Как главное добраться? О, ох, я думал, не долечу. Давай. Так, жизни у нас целые. Так, тебя перебросить надо, как я понимаю, да? Летели? А, смотри. Еще разок. Давай. Где тебя запустить тут? Держись. Надеюсь, не слишком грубо. Три. Где ты? Уже ушла? Бежим. Сколько сфер, я думаю. Все еще этим займемся, так сможем неплохо обновить свое модирование. Так, нам вниз, да? Надеюсь, эти дома не разрушатся под нами. Вряд ли по ним кто-то ходил в ближайшие несколько десятков лет. Трип. Где ты? Какой ты шустрый. Типа я медленный. Что у нас наверху? Так, снова спускаемся. Видимо, какой-то сад был. А, нет. Видимо, небольшая парковая зона. Ух ты. Еще снаряд как-то радует. Perfect sense. The sunlight feeds the plants oxygenate the water, the small fish eat the algae, the big fish eat the small fish. It's a closed ecosystem, just like my home. Seriously? My father,
designed our community to work in exactly the same way so that we'd never have to leave the outer compound walls. We grow our own food, condense our own water, create our own energy. We have everything. Except the future. What do you mean? Well, I've seen it all before. Scattered tribes coming together under one visionary leader. It's never long before they attract the attention of the slavers, which obviously has already happened. It was just one slave ship. Only caught a handful of us. Think more won't follow. If these fish can survive for 200 years against all the odds, so can we. Ой-ой! Это еще что? Ох ты мой! Что ты за милое существо? Тихо, 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 тихо. Я боюсь, даже защитник не поможет против этого чуда. Ах ты, уйди от меня. Ах ты, сволочь. Так, уходим. Ой-ой-ой. Так, попробуем использовать на тебя щит. Как у нас он выдерживает эти удары? Ой, не особо. Окей, будем уворачиваться. В принципе, у нас рядом аптечка, так что жить будем. Что ж ты? Тихо, тихо. Так, аптечка. Тут понадобилось раньше времени. Махина, чем же тебя убить-то? Тихо. Тихо, тихо. Умри уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, конечно, хорошо, но боюсь, он меня сейчас убьет одним ударом. Так, я сейчас сам не попаду под этот шарик. Давай. Не хочешь ударить? Как понимаю, мне нужно на него свалить каменюку, но для этого тебе нужно подвести сюда. Тихо, 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 не сбись. Так, не кружи. А, давайте подальше его отведем. Если это выйдет. Иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, ну более-менее понятно, что с тобой делать. Сволочь ты такая. Уходим, 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 уходим. Ох, уходим, уходим. Окей. А, сейчас достанет. Нет. Хорошо, но, по-моему, это недостаточно. Мне нужно вывести из-под контроля, как я понимаю. Тихо.
Ой-ой-ой-ой. Какой ты... Так, все, парень взбесился, уходим. Ну, давай, рони на него. Окей, где он? Уносим ноги. Так, взбесился, дружок. Давай ударь еще раз. Как бы на меня сейчас этот камень не свалился. Кстати, он все равно пришиб его, да? Бедные рыбки. Come on, gotta scan this thing. Сканирование, как понимаю, находит их уязвимые места. Where's the crash site now? Over there. We're getting closer. We're gonna have to cross this ravine? Damn. You see that metal tower? Maybe we can use it to get across. Okay, I'll use the dragonfly to find us a route. I'll put a marker up on your headband display. We can get through here, but... 500 метров, 2 врага. Здесь как у нас сейчас со здоровьем? Looks like we don't have any choice. Это, кстати, аптечка. Здоровье у нас полное, что радует. Окей, думаю, давайте здесь мы пока остановимся. Серия, к сожалению, получилась, наверное, небольшой. Но в следующей серии... Как я понимаю, нам придется снова пробираться через город, и судя по основам этих огромных роботов, чем хорошим это в конечном итоге не кончится. Я надеюсь, что по сути мы уже подбираемся к нашей цели и, скорее всего, доберемся уже до крана и будем, скорее всего, на упавшем корабле, и дальше будем надеяться, что найдем наш байк. Ну а пока что все. Доброй ночи.